29 января в Махачкале прошло очередное заседание оперативного штаба. Руководил встречей председатель правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов. На повестку дня были вынесены вопросы реагирования органов госвласти и органов местного самоуправления на обращения жителей, итоги реализации проектов и инициатив муниципальных образований в минувшем году и целях на нынешний год, а также многое другое. Особое внимание участники заседания уделили самовольному подключению к газовым сетям. Премьер-министр отметил тот факт, что иногда некоторые недобросовестные специалисты газовых служб помогают гражданам в подобных действиях. Сотрудники газоснабжающих компаний должны появляться регулярно на этих объектах. Значит, они, видимо, там появляются, но совершенно нерегламентно себя ведут. Поэтому ваше замечание абсолютно верное. Те люди, которые отвечают за эти участки, а вот по некоторым участкам было поручение Сергея Алимовича, и мы выясняли, какие сотрудники отвечают непосредственно, у них даже образования соответствующего нет. Поэтому необходимо, конечно, кадровое решение. Абдулмуслим Абдулмуслимов призвал руководство газовых служб проверить квалификацию и привлечь к ответственности вплоть до увольнения работников, ответственных за участки, где наблюдаются подобные факты. На заседании оперштаба также было озвучено, что по поручению главы республики и в связи с участившимися случаями отравления угарным газом и хлопков в домах жителей Дагестана в регионе проводятся рейдовые мероприятия. С 23 по 26 января было проверено 2398 абонентов и обнаружено 692 нарушения. 314 осуществляли несанкционированный отбор газа, а 378 использовали несертифицированное газовое оборудование. Больше всего нарушений было выявлено в Махачкале, Хасавюрте и Кумтаркалинском районе.